Во время клинической смерти, говорят, человеческая душа отделяется от тела и может парить в воздухе, наблюдая со стороны. Что ж, в истории зафиксировано очень много случаев этого явления. Мы можем это проверить. Для этого пригласил свою очень хорошую знакомую, Рит. Как твое настроение? Хорошо. Все хорошо? Волнуюсь, но хорошо. Мы с тобой ни о чем не договаривались, верно? Ты не знаешь, что будет сейчас происходить. Точно. Хорошо ли ты рисуешь? Средний пойдет. Средний? Да. Вот что сейчас нужно будет сделать. Представь любой рисунок. Угу. Все, что угодно. То, что ты можешь изобразить на бумаге. Но при этом каждый может определить, что угу. это. Тебе нужно будет отвернуть планшет в угол. Угу. После чего ты нарисуешь что-либо. Так, чтобы ни я, ни мои ассистенты, ни люди в студии не знали, что это. После чего ты накроешь черной тканью и вернешь в исходное положение. Все понятно? Понятно. Хорошо, приступай. Сейчас ни одна живая душа не знает, что изображено, кроме, естественно, Маргариты. Я постараюсь заглянуть под черную ткань. Отлично. Возвращайся ко мне. Сейчас мне нужно вызвать состояние клинической смерти. Для этого мне понадобится удавка. Вот что сейчас произойдет. Я встану на стул перед тем, как мой ассистент завяжет мои запястья. После того, как веревка затянется на моей шее, мое сердце остановится. Тебе нужно будет проверить мой пульс и констатировать мою смерть. Жди сигнала моего ассистента. Все понятно? Понятно. Ты можешь занять свое место. Спасибо. Начали? Удачи.
Это глаз. Не знаю, что это доказывает, но наличие человеческой души определенное.